Эй, всем привет, друзья, меня зовут Александр, канал Алекс86, Play, продолжаем Киберпанк 2077. Короче, пока буквально вот загрузился и звонил по нам, не успел записать почему-то резко. Я, короче, перезашел в прошлый раз, сделал отдохнуть, поспать, а не типа просто дела. Поэтому вот, собственно, вот такие вот дела, все продолжаем. Встретиться с Панаму, повысить задание. Так, где? Ай, бляха, мышки опять нету. Это раз. Так, миссия... Быстро сюда мне покажи. Так, а чё, какая миссия была? Это новая, это понятно? Так. Сесть и подождать Билла. Кто такой Билл? Полностью согласен. Какая-то хуйня. А не работа. Заказные убийства. Так, это не то. Блин, где та миссия? С Элизабет. Кто, блядь, такая Элизабет? Выйти из здания. Позавтракать дополнительно. Вот оно, да? Беседа о революции, да, кстати. Вот эти штуки, кстати, я тоже, по-моему, все читал. Либо они новые, либо они снова появились, не знаю. Не знаю. Побитый жизнью. Мужчина. Ага. Все понятно. Побили чувака. Так, не понял. Какой робот? Не знала, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Ага. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи? Вообще не удивилась бы. Ага. А, интересно. Это не квартира, а какой-то музей древности. Наверняка чувствуешь себя как дома. Эта тёлка сечёт. За одним исключением. За каким? Я же вижу, как она на тебя смотрит. Не говори, что не замечаешь. Тебе приятно об этом думать. Я же знаю. Да как бы это? Не знаю. Приятно, неприятно, не ощущаю. Так, ладно, что нам было? Тут было позавтракать, да? А где позавтракать-то? Так, погоди, а что ты не работаешь? Чем позавтракать? Съесть. Ага, даже так. Так, все. О. Капитализм. Ох, из этой есть пилы. Да, прикольный типок. Так, Так. Коллекция Бушидо в формате брейнданса. Первые три части уже давно стали раритетом. Ну, типа, да, не знаю, наверное. Так, как много всего информации-то, а? Так, обходи, что? Запись идет? Запись идет. Так, ты там давай не ори. Жидкое дерьмо, да-да. Так, что у тебя тут есть? Не понял, сейчас что-то закрылось. Блин, Эва. Ой, ну как у тебя много сообщений? Про облака. Так, про это, про то. Личную переписку, короче, читаем, ничего, иногда можно. Но что-то много у нее тут переписки. Кем переписываться? Слышь, хорош орать. Так, ладно, все, пойдем. Потом. А чё? Ух ты, окошко закрываешь. Говорю, что было. Прям это. Прям темно стало. Да что такое? Это что за полтергейст? Ты чё? Все везде орёт. Так, Ну ты подумай. Perilous Future. Электропанк? По мне так полное говно. О, кажется, тут кое-кто любит нырять. Тут сразу видно. Профессиональная техника. Да? Ну ладно. Так, ладно, все, короче, что-то задержались. Как-то долго вообще. Ты что-нибудь есть?
какого-то там чего-то ловит там. Блин, где туалет? Ой, этот телевизор даже в туалете. Так, вышел, окей. Вышел, окей, куда идем? Лайла. Здорово. В чем дело? Да не, ни в чем. WhatsApp. Не у всех есть время болтать. Да? А че ты там в телефоне зависаешь? Так, окей, смотрим. Ну серьезно, что ли? А почему здесь нету этой? А почему здесь нету этой? Ну-ка быстро мне скажите. Быстрые перемещалки. Ладно, поехали. В принципе так. Покази? Что он сказал? Погоди. Так, спокуха, спокуха, пролетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно, это не я. Стол уже кто-то сломал до меня. Так, тут опять какая-то банда. Опять проехал. Спокуха, спокуха, братуха. Да, я спокойно, я осторожен. Я самоосторожность. У него такой зуб, как будто он сейчас взорвется. Спокойно, спокойно. Ты чё, брата? Бля, серьезно. Блядь, ты издеваешься? Не-не-не, нахер, пошли вон. Херовы козлы. То есть хера яд спятил, по мне стреляют, а я спятил, ага. Бляха, GPS, а? Какими-то кругами меня водит. Надо было реально это. Ооо, не вылететь, не вылететь бы. Ох уж эти преступники, а. Мне интересно, что полиция делает, почему я за них все это делаю-то? Полиция-то что, у нас вообще не работает здесь? Воу-воу-воу, спокойно. Вакака, вакака не до тебя. Так, я проехал, да? Погоди, че за бред? Ладно, короче, куда-то едем, пока едем. Значит, едем. Бля, там что-то было. Ладно, не до этого. Хотя надо было посмотреть. Так, вы куда, бляха? Революцию? Не понял. Все? Чего ты, блин, за глюк все-таки с мотоциклом? Типа туда заехать нельзя, что ли? Знакомое место. Ага. Подождать. Подождемся. А что такое место-то, я не понял. Какая-то помойка. Я рад тебя видеть, Ви. В смысле? Тут, довольно-таки безлюдно. А почему я по главной пошел миссии? Как раз сможем поговорить без свидетелей. Ты чё? Я не понял. Ну и где этот ваш друг? Я ж, блин, вот поехал на этим. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Надеюсь, он не будет следовать Арасаковскому протоколу. Какому протоколу? Неписанные правила. В Найт-Сити они есть. Не знаю, как в Японии. Если ОВР засекал потенциального предателя, к нему высылали допросчика и два штурмовых отряда с вертолетом. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но если Ода решит свести с нами счеты, ему не понадобятся ни отряды, ни вертолеты. Поверь мне, я видел его в деле. Это должно меня успокоить? Если нужно успокоиться, попробуй посмотреть на небо. Ну чё? Луна. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Машина Деламейна. В смысле незаметно? Он ниндзя? Я серьезно, я не понял, как я пошел на главную. Я хотел вроде этим помогать же.
Ладно, так, короче, куда будешь деваться-то некуда. Перезагружаться не будем. Ну, непонятно. Если что, я не хотел. Да ты шевели батонами-то, слышь? Здорово, пижон. Так и Мура-сан. О, да. Это она? Твоя воровка? Сам ты такой? Моя свидетельница, Ви. Я могу и сама за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Ну, типа, убили его. Я была там. Я все видела. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Да? А я так уже смерть. Ханако-сама должна ее выслушать. Ханако-сама. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетельницу его убийства, а твои мысли заняты глупым парадом, дурак! Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал... От правды все равно не убежишь! Понял, да? Че молчишь? Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. Ты пожалеешь о своих словах. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. Ну и дурак. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед... Простите, у вас это еще надолго? Ну там ваши терки меня не касаются. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Юринобу-сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Юринобу. Значит, тебе повезло, что да. Я... Вы же солдат Арасаки. Мы не просим. Мы просто напоминаем о ваших обязанностях перед теми, кто вам платит. Я не стану слушать нравоучения от воровки. Я не всегда была воровкой. И ваш друг тоже не всегда выглядел как бомж. Хотите к нам? Милости просим. На дне общества места много. Нет? Тогда делайте, что должно. Скажите Ханако то, что никто не хочет слышать. Жесть. Ты дала ему, как это, пищу для размышлений. Ну, выпускай. Иногда нужно просто говорить, как есть. Жаль только, что это не подействует. Почему же? Мне казалось, ты заметила. Ода – перфекционист. Он боится совершить ошибку. Вот-вот, пускай уёбывает. Одного опёздного из Арасаки нам за глаза хватит. Ой. Классный друг. У вас все такие? Нет, только он. Ясно. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Ты с кем разговариваешь? Вы серьёзно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь? Парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подожди. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Акади, Вакака. Ну, мне на ум пока приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Ну, пошли. Да, пойдемте. Опять? Блин! Чё, жми, батя. Чпок-стрит?
Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. Да, вообще не думал. А чё вы все на такой машине разъезжаете? У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? Чё это? Два голоса. А, да просто спрашиваю. А вы во всем привыкли искать тайные мотивы? Нет. Извини. Чё за херня? Это могло звучать невежливо. Я просто стремливый по подобным вопросам. Видишь ли, у людей вроде меня лишь все хорошо. Да блях, ты что два раза так говоришь? Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юриному его марионетки улыбаются на камере и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивее. Капец, короче, глюк, да, это, наверное, двойной голос. Вот это неловкая пауза постоянно. Ну, типа, да, помолчим, давай. Так, давайте перемотать. Что-то ехать тут тоже как-то долго времени. Блин, ну я серьезно не хотел главную миссию выполнять. Там дофига этих дополнительных. Как я, блин, проморгал. Что-то вообще, конечно, бывает. Ну ладно. Надеюсь, она не последняя. Ха-ха-ха. А то пройдем из Киберпанк. Так, мы на Чпокс 3. Давай быстрее, батя. Нам он туда, если что. Джик-Джик Стрит. Вообще-то написано. А Джик это что, Чпок? Чпок. Чё? Ой. С вами Ариф Икбал. Пошли. Квакака. Эй, ты, мудосвон! Там опять какое-то преступление. Здорово, Вакака-кака. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ты где? Ё-моё, идёт. Ты там? Да, к тебе обращаюсь. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Чё там у вас? Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения, у меня гости. А я типа их не когтей же хочу убить. Как я с ней сотрудничаю? Ви. Рада тебя видеть. Ну, я типа тоже. Кто твой очаровательный друг? А? Мы просто вместе работаем. Вот и все. Такимура городес. Окадасан. Ой, декитикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Ну, а что поделать? Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Ну, типа мы с тобой же. Причина в деньгах. Ты слишком любишь деньги, Вакака. Что может быть проще? Если ты нам поможешь, мы заплатим. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Ну, ты завязывай, мать. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Ну, типа да. Да ладно, ты же держишь руку на пульсе, все тут знаешь. Парад в честь Сабура Арасаки. Событие, к которому ты явно готовишься, к гадалке не ходи. В трауре ходить не буду. Имананте. Но в целом ты права. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Чирин. Окадасан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет?
Ну, типа, да, только у меня колёсико куда-то уехало. Чепка, это флешка. Джабантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Угу. Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Угу. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Угу. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию, по крайней мере, один нетранер. Угу. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Угу. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, ну, что понятно. Я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Что еще не ясно с тобой поговорить? Ты долго будешь идти? Прекрасная, умная женщина. Ага. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Угу. Ты берешь на себя охрану. Я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Угу. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Давай. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Окей. Удачи вам, Гора. Тебе тоже. До скорой встречи. Давай. Ну все, 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 хорош, миссия закончилась. Так, ладно, хорошая миссия на самом деле. Так, подождать это подождать. Так, где Красный Пророк? Чё это? Уличное правосудие. Куда девался, я не понял. Так, а где? Кровь и кость, кровь. Я не понял. В смысле, а куда она девалась-то? Типа я то, что сейчас ее не выполнил, она пропала или чего? Охренеть, что-то я вообще не понимаю. Ну-ка, встретиться с Панам, это вот она звонила. Подождать Билла опять какого-то, встретиться. Кровь и кости. Узнать, что случилось. Не, ну вы че? Так, блядь, нету? Кровь и кости, кровь и кости, кровь и кости. Анатомия убийства. Киберпсихопатов. Кровь и кости. Бля, серьезно, прикинь, нету. А почему? Че за бред опять происходит в этой игре? Я не понимаю, почему миссии пропадают. Ой, блядь, вы че, серьезно, что ли? Вот она, бляха. Как оно выполнено, в смысле? Чё-то ничего не догоняю. Как я его выполнил? Завершено. А здесь есть провалено? Типа, она мне позвонит, что ли, или чё? Ну-ка, погоди-ка, давай-ка сохранимся, короче. Сделаем вот так, что-то я пока реально не понимаю, что происходит. Опять какой-то тупняк. Так, да, сделаем вот так, и потом, типа, берем, короче, вот так вот загрузка. Загрузка, где я был-то? Бляха, автосохранение, 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 автосохранение. Так, вот. Сохранение 59. Это оно? Бля, это опять все читать. Ну давай вот этого беседу о революции. Так, посмотрим сейчас.
Я реально, я просто что-то даже не заметил. Типа просто надо было поесть и выйти, и все, и миссия закончилась. Интересные миссии какие-то еще пошли. Одна закончилась, вторая быстро закончилась. Так, выйти из комнаты. Ну-ка, смотрим. Не то. Журнал. Так, смотри, бесплатный бизнес. Дайте все мое мнение. Скорее всего, заплатишь ты. Окей, смотрим. Выхожу из здания. Ни хера не написано. Цена, алкаши. Да, сейчас получишь у меня. Да, серьезно, задание выполнено. Вот толкаши, а. Так, ладно, ничего не понятно. Но типа оно выполнилось, да? Тогда мы идем. Куда мы идем-то? Встретимся с панам. Тогда смотри, что мы делаем. Так, загрузка. Раз. Сохранение 52. Окей, загрузить. Что происходит? Я даже не заметил, как оно выполнилось что-то. Че я, как я так? Но здесь реально, блин, почему... Это реально какой-то баг, да, что миссии проваливаются ни с того ни с сего. По идее же не должно быть такого. Вся суть-то у них и заключается. Так, ладно, давай с панамкой встретимся. С панамкой. Че, бля? Не этого меня, все, мы с тобой поговорили. Так. Да почему ты на меня мудозвоном-то называешь? Я вроде бы не он, а она... Так, вижу, не вижу, вот сюда. О, теперь фиолетовая стала, раньше белая была. Эй, прикол. Натами Санки сама сачи. Анджи Сана. Здорово, пацаны, здорово, пацаны. Опа, оп, опа. Так, спасибо. Так. Прям точка доступа есть, утка, хорошо. Альда Кайда. Ой, что-то, бляха, голова сегодня болит. Жесть. Так что не знаю. Возможно, из-за этого и туплю. Но бывает, бывает. Ничего страшного. Че опять за музяка? А чем они играют, скажите мне? А, вон он ты. Ништяк, я думал, просто так. Так, тук-тук. Альварис. Джуди. Ага, все понятно. Так, короче, давай, ты там сама ушла. Так, давай прочитаем. Открыть сообщение. Так, Реджина Джонс. Реджина Джонс тут мне пишет. Это вирусы, которые попали, тролливали. Так, тип заказания, нейтрализация. Это я помню. А, ой, какая, кстати, неплохая тачка. Но пока денег нет. Джуди Альварес. Джуди Альварес что-то пишет. Так, тук-тук. Как поживаешь? А, сама знаешь, да. Че спрашивать? Так, несмотря на... Может, еще раз попробуем? Как это без кровопролития. Это моя главная. Так, ну типа, обращайся. Супер. Я пока жду, когда Мака Мика. Ага, все понятно. Так, привет, Соня. Надо было бежать. Тролливали. Окей, так, все. Что у нас еще тут? Дакота Смит. Дакота Смит предлагает тачки. Я понимаю, что тачек много, но где все деньги-то взять? Ой, красота-то какая. Так, вроде бы все, да? Опять новое задание. Вы чё, блядь, завяз? Да что ж такое-то? Новое задание. Дозорный. Ви, спасибо, что приехала. Да не за что. Ну рассказывай, что у тебя. Ну такая штучка. Схватили Соло.
Так, и этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Угу. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Потому что мы чумбы. Само собой по нам. Мы же чумбы. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Уж как-нибудь переживу. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье? Ну, типа давай. Град от Техтроники. Ты уже видела ее в деле? Плюс получишь уважение Альдекальда. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли. Угу. Меч по дороге объяснит, что к чему. Угу. Так, спокуха, это я... Бля. Надо же. Панам и Ви. Что творится-то? А что, ты меня знаешь? Она вернулась? Она после вернулась. После того, что случилось со Скорпионом? Свалить, что ли, отсюда? Ну, значит, Соло крышка. Свали, свали. Да чего вы прям переживаете не сразу? Не обращай внимания. Ага, все, погнали. Куда идем? Эй, Панам, ты правда хочешь это сделать? Так, зайти к нейтранеру, что ли? Ну да, у тебя цикуны все. Как сумасшедшая, ты вкус? А ты сукун. Че вы все расселись тут, цикунишки? Так, здорово, это я прочитаю. Ты не будешь там в панике? Нет, у них босса украли, они такие сидят, короче, ссутся, да? Так, ты погоди, я хочу зайти к этому, посмотреть, что у него тут есть. Мне нужен имплант. Прямо к делу. Мне это нравится. Так, что я тогда не поставил-то? Ну-ка скажи мне быстро. На ноги, по-моему, да? Да ой, блядь, ну серьезно. Где меч? Он должен был меня тут ждать. Укрепленная. Будет с минуты на минуту. Ухожили. Блядь, 45, серьезно, бабок нет. Не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. Ну, я так и знал. Тут ни хера нет, да? Нет, что-то есть. Так, что это? 25. Покопить, что ли, потом квику заэтовать. Физический урон, смотри, урон. Скорость атаки, выносливость, кровотечение. Ну, это типа для махача. Так, тут что у нас есть? Тут недоступно. Так, вот здесь у меня еще нет. Ну, типа, стрёмно. 7000. Целиться и стрелять во время уклонения. Ну, это нет. Это пока... Пока не это. Тут, типа, херня. Ну, бля, неинтересно. Так, я сюда зашел. Нет, не сюда. Скелет. На скелет мы что делаем? Грузоподъемность на 40%. 3000, в принципе, можно взять. Скорость отдачи повышает скорость атаки, отдачи. Запас здоровья на 30. Хорошо, давай возьму, прям вообще замечательно. Все, тогда пока больше ничего не буду покупать, пока денег ничего нет. Ладно, все, погнали. Хорошо. По-моему, это только у Вика, да? Здорово. Здорово, пацаны. Ну что, как будем действовать? По-тихому. Открытая атака — это самоубийство. Да? Меч уже занялся разведкой. Ты проберешься в лагерь духов, а я тебя прикрою. Да? Минутку. Ты предлагаешь нам идти вдвоем? А вы все что, останетесь? Ваня, типа да трусы. Ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, детка. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно, ну, я не сейчас. Обязательно понимать. Да я все понимаю. А вот и Мич. Типа у крысы. Здорово, Мич. Мич облич. Я запустил дрон над лагерем духов. Угу. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Ты слышишь, ты офигел?
Ну, поглядим, что у нас там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Так, типа, я еще всех отмечу. И они, типа, это будут показываться, да? Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Так, есть. Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Так, что камера дергается? Ой-ой-ой, не это, ой. Сейчас всех отметим и не ссы. Бля, ну всех не отмечу. Видишь там следы? Вижу, ага. Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Бля, тут народу. Херова гора. Где какой грузовик? Блять, это что такое? Похоже, Соло держали здесь. Надеюсь, у меня данные останутся. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Ёптель-дроптель. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. По-тихому, вы серьезно? Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Ебать, да у вас тут вообще... Мать мушная. Всех ты и не запалишь. Тут типа никого нет, можно посюду пройти. Ну да. Народ так нехило тут. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Ага. Там дырку вижу, а... Окей. С этим уже можно работать. Работать. Вопросы есть? Не, нет. Да, мы едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Новое стекло. Честное слово. Так, я вас тут что-то видел. Нет, не видел. Ладно, херсон. Мощная работа. Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Бля, ну там народу, да, человек 100. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Давай снайперку. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет. Лошадиная доза. Быстро его на ноги поставит. Все понятно. Надеюсь. Вряд ли я смогу его на себе вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Бля, зачем вы спрашиваете? Я зачем сюда приехал? Тогда ты садись за руль. Ну, наконец-то. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Наконец-то, а то ездишь ты, конечно. Как по бездорожью, так я. Как покататься, так хер. Ой, ты чё? О, смотри, у нас тут даже радио есть. Да, конечно, как можешь без радио. Можешь выбрать станцию? Да нормально играет там чё-то. Ёб твою ж. Где дорога-то? Дурацкий GPS. Чё бы напрямую не показать? А где фара вторая? Это кто это был? Короче, напрямик погнали или нет? Ой. Бля, клёвая музыка, кстати.
Ёпсель-дропсель. Откуда ты появился там? Не могу поверить, что его вот так изловили. А вот это кто там стоял? Ладно бы кого другого. Но Соло? Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. Какого Петрохема? У всех свои кумиры. Петрохема. Ну да. Только... Бля, а что так далеко-то? Ну тут типа одни бандюги. Вот она вообще не хорошая. Че это, где это, на улице орёт? Или в песне? Ни хрена себе! Ты видишь? Че? Это будет буря, так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. С ума? Тише, пассатижи, какая буря нахрен? А, сейчас стелс будет. Надо спрятать тачку. Чё, оставь её около скалы. Че понял, сейчас стелс будет. Под бурей. Шу. Все, на выход. Ну, типа я буду да. Наблюдать за тобой с расстояния. Ой, ну конечно. Снайпер, там давай. Внизу, береги себя. Давай, снайпер, куда ешь? А снайпер, куда ешь? У меня глушака, если что, нету. Ты еще про снайперку говорила. Бля, так, что надо, как? Так, бля, ну тут все равно... Какой нахер стелс? Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Ну так и это. Че ты не сканируешься, падла? Типа гасить всех и все. Наверное. Так, ладно, давайте сохранимся. Раз, два. Но сегодня по либасу не успеем, потому что такой замес здесь конкретный. Замес конкретный. Ну бля, стелс это не мое. Чё, понеслась? Душа в рай. Она моя! Чёрт, Би, можно было аккуратнее. Найди Соло и выведи его оттуда быстрее. Опа-опа-опа. Бля, серьезно, ебаные кусты. Наконец-то! Здрасте. Ну типа по-тихому полебасу не мое. Так. Тут, конечно, еще шмонать, блядь. В смысле? Ты уже умер. Бля, проход-то есть? Бля, прохода нет. А чё вы типа не помещаетесь? Можно я сюда так запрыгну? Раз. И сюда два. Не так, никак, да? Никак, никак. Не пробиваю. Я
типа того. Пушка, огонь. Она всех нас перебьет! Наверное. Не бегай ты. Наконец-то движуха! Кто, блядь? Нормально ты, мать, прикрываешь. Так, на... блять, опять же... Можно это, если не собрать все, потом опять клипак, типа, и все, и вы уедете. Вот что мне не нравится. Тут у них, бляха, всего тут. Лишний. Где? Наверху? Как же здесь всего много, блядь. Да не, не прыгай ты. Дай похедшотить. Бля. Там еще какие-то данные, блядь. Ёпсель-мопсель, как много-то. Откуда, блядь, заходить? Что, блядь, за хуйня? Хрена он, блядь, двигался. Где, блядь, эта камера сраная? Просто огонь. Здорово, чумба. Вот потом не пишите мне, что, мол, как ты это все пропустил. Так тут реально пропустишь. Тут это шмонать, не шмонать. Он что-то фиолетовенькое. Да я при чем здесь, я тупая? Это ты тупой. А японский бог. Так, 55-7А7А. Ой, как много-то тут. 55-7А. Е9. Е9. 1С.
А вот Е9 не успеваю. Ладно. Там внизу, если что, что-то было. Фиолетовое. Стоять на месте можешь? Баклажан. Так, а я не понял, что нам надо-то? А, локальная сеть. Выключить. Вот он, Соло. Сидит. Так, а как там это, переключаться-то, ну, можно было? Угу, все понятно. Ой, бля, не то. Так, все понятно, где он. Так, здесь кто-нибудь еще есть? Репутация прям хлещет. Да ты, паразитка. Не, ну этот, конечно, чувак, ты вообще меня напугал. Хера он такой шустрый. Где-то еще живой. Ну, типа, свидетелей не надо оставлять. Так, а как-то попасть? Доллары возьми. Ты чё? Ты чё, мать? Лута нереально. Так, Я с тобой сам разберусь. Да я понял, понял. Так, не понял, где попасть, как туда попасть? А, о, все понял. Наконец-то хэдшот. Пушка, знаете, напоминала мне это фильм с Арнольдом Шварценеггером. Там типа Рейлган, по-моему, назывался. Он также всех убивал там через стенки. Вот это, блядь, то же самое. Он, походу, даже выглядит так. Прямо какая-то чудо-пушка. Так, спокуха, дай-ка пошманаю. Сейчас что заберем, заберем. Если его потом нам не дадут пошманать, это, конечно, будет плохо. Но как бы это... Искать все это, собирать... Это ж капец. Так, ты где, дружище? Там поди босс какой-нибудь, да? Я, кстати, сохраняться не могу, да? Если чё. Если чё. Так, вроде бы пробежался. Да возьми ты нож. По нам. Тут девушка. Мёртвая. Из ваших кишки вырезали. Её выпотрошили. Вынули, похоже, не только импланты. Ёбаные стилеты! Выродок на выродке. Ничего святого для них нет. Угу. Так, что-то еще горит. Так, ну-ка, я могу сохраниться быстренько. Оп. Оп. О, могу. А то мало ли сейчас. На, бля. Так, что-то я не понял. Факсы, блядь, везде лежат. Так, спокойно. Так, тут что у них? Файлы. Нужно посмотреть. Ой, ну, XXL. Порновирт. Ага, все понятно, чем кто. Чем кто вытывается-то. Так, читать это, конечно, хорошо. Я потом в этом, в повторе обязательно все прочитаю. Вам тоже советую. Куда-то, блядь, иду. По нам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой? Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Хе-хе.
Станислав Ильич, чертову сигару. Тихо, Сол. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты... Я тебя помню. Ага. Ты та наемница. Да типа того. Давай крепко болтать потом. Тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. Все, ружбайку в руки и пошли. О, да. Ну чего? Как он? Да типа нормально. Теперь можем и потанцевать. Ну жизнь да. Жизнь будет. Пора уже дельтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь оттуда. Я еду за вами. Вот я ж говорю. Не дадут пособирать. Ну, как бы, ладно, хрен с ним. Ты идешь? В этом все и прикол. Ты че не ори? Я бежать, да ты че? Я же мега крутая наемница. Чё, опять поджог? Мразота. Ты, блядь, откуда взялся? Вы, блядь, откуда берётесь? Заколебали, ниндзя, блядь. Что за звук? Ну, типа, все. Запрыгивайте назад! Чё, отстреливаться? Да, печально. Такой дом. Кстати, погоди-ка, можно, походу, запомнить это место. Ага, все, я понял. И потом самому туда наведаться. И самому наведаться. Ну чё, живой, братуля? Братулёк. Там парочку еще оставил, наверное. Панам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой. Ты давно в окно смотрел? Буря заметет все следы. Ну, типа да. Че молчим, да, Петя? А кровь у нас отрет? Что? Они, видимо, вызвали подкрепление. Эти твари висят у нас на хвосте. Че? Давай снайперку. Ну давайте я постреляю. Я с тобой лично разберусь. Надо скинуть хвост. Так, блядь, давай, ух ты ж собака. Ну все, хана двигать. Заткнись, Сол. Алло, ну дайте пострелять. Больше я из него не выжму. Ну ты че? Делай что-нибудь. Ну тогда. Ну уже. Какая, блядь, вражеская бомба, слышь? Ебать, как тормозит. Альдекальдо! Черт, опять они! Пора поиграть в тир! Я съеду с дороги! Будет трясти! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! Уберите его за что-нибудь! Тут рядом заброшенная ферма! Это я еду не... туда! Бля, ну так... Блять, больно! Ты хочешь меня угробить? Да я не могу так стрелять, ну чё? Как рамку кидать нельзя? Ну всё, хватит меня! Тачку серьезно подбили! Она долго не протянет! Мы их сделали! Мы типа горим? Ха! Молодец, хвалю! Даже я не справился бы лучше. Да, конечно. Спасибо. Да не за что. Как так водишь-то, конечно, вообще невозможно. Прицелиться. Ну чё, молчим-то, давай, алё. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Но она, короче, еще и тормозила жестко, видимо, с этой бурей. Сворачивай на ферму! Нам надо спрятаться! Я ее помню! Там безопасно! Надеюсь! Как же долго-то? Куда приехали-то? Куда приехали-то? Иди же, пассатижи. Иди же, пассатижи. В дом, быстро! А может медленно? А чё так сидите-то вообще, без понтов? Буря мглою небо кроет. Всё. Мне надо передохнуть. Да не говори, тушканчик. Так, ладно, еще раз сохраняюсь, и давайте на этом закончим. Сейчас это будет болтовня бесконечная. Ну-ка, ну-ка быстро болтайте. Болтайте быстро, мне уже пора. Мне уже пора отдыхать. Как раз успели к ужину. Да? А чё? Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Ну и... Придется тут ночевать. Мусорни. Электричество бы пригодилось. Випа, ищи выключатель, я пока тут посмотрю. Так, ладно, все, вот на этом и закончим. Куда, бля, девались-то? А, сидят. Так, еще раз. Ой, бля, не туда. Сохраняемся и заканчиваем. Вот так вот раз, вот так вот два. Потому что все, дальше там, видимо, еще что-то пойдет, еще что-то будет. А, все. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, обязательно комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем Синглсы, похоже, пока. Торопились уехать. Пока. Видать, хорошее предложение от биотехники.